Штирлиц. А вас я попрошу остаться. На Юмор-ФМ. Борман вызывает своего сотрудника. Назовите двузначное число. 45. А почему не 54? Потому что 45. Свободны. Борман записывает в анкету. Характер нордический. И вызывает следующего. Назовите двузначное число. 28. А почему не 82? Ну, можно, конечно, и 82, но лучше 28. Свободны. Борман записывает. Характер близок к нордическому. Вызывает Штирлиц. Назовите двузначное число. 33. А почему не... А, Штирлиц. Понятно. Радио Юмор ФМ.